Девчонки, всем привет, ассалам алейкум. Добро пожаловать на мой канал. Вышла я до Валбериса. Вчера сына отправила за посылкой. Пришла, у меня хиджаб заказала. Заказывала розовый. Смотрите, какой цвет прислали. Это похоже на розовый. Вот я сейчас сделаю возврат. И зайду за продуктами. Кое-что нужно взять. Время у нас уже 5 час. Куплю продукты и буду уже готовить ифтар. Уборку дома сделала, порядки навела, видео смонтировала. Сегодня у меня такой день, что очень много дел. Зашли мы верно. Сделала возврат, все у меня приняли. Так, взяла фруктов, овощей. Нужно взять на кукурузу, хочу сделать салатик. Так, приправу для курицы надо взять. Для курицы, для крови, для курицы. Девчонки, пришли мы домой. Вот так немножко закупились. Аж 3 пакета. Все надо. Так, взяла зелень. Вот такая была в горшочках. Свежая, красивая. Это у меня кинза и укроп. Дальше взяла вот такой салатик со спаржей, водичку. Обычную, огурцы, помидоры, сметана, кукурузу взяла и вот такую китайскую капусту. Буду делать салатик со сметаной, очень вкусный. На канале, кстати, уже показывала. Бананы. Бананы, кстати, очень дорогие, стали 100 рублей килограмм. Вот такие яблоки взяла, ценника не было, но оказывается, они тоже не дешевые. Вот этот пакет почти 170 рублей. Яблоки Моди, но на вид они должны быть очень-очень вкусные. Красные такие, сочные. Дальше. Детишкам взяла вот такой крекер. У Марчика, у меня очень любит этот крекер. А Белло мне взял вот такие маффины с клубникой. Шоколадку на ифтар. Одну уже детки там кушают, маленькие, одну вот. После ифтара будет старше кушать. Дальше 2 муки. 52 рубля, кстати, мука очень выгодна. Дальше у меня здесь макарошки. Заканчивали, сделала 2 упаковки. Макфа по 49, лаваши. Лепешки я сегодня ничего печь не буду, не хочу. Дальше московский батон. И 2 молочка из коровских. Вот такая была небольшая закупочка. Сейчас буду готовить. Пока еще думаю, что же приготовить. Не знаю, посмотрим сейчас. Все разберу, раскладываю продукты по местам и уже начну готовиться к ифтару. Девчонки, сегодня у нас 29 марта. Смотрите, что у нас происходит в Санкт-Петербурге. Выпало столько снега. Снега не было вообще, у нас все было растаявшее. И вот буквально за одну ночь намело столько снега. А в других городах знакомые девчонки, да, говорят, что у них вообще тепло, снега нет, а у нас вот такая милость Аллаха, чтобы в пост Рамадан нам было нетрудно и не было жажды, у нас похолодание, снег. Девчонки, у меня тут заказик с Василька, смотрите, какая красота, сейчас все вам быстренько покажу. Тут и детское, и для дома, и на подарок, и для себя. Так что будет интересно. Софьюша заказала вот такие 2 пары колготок. Одни такие малиновые и черные. До этого я заказывала розовые. Очень мне понравились. Классные колготки. Беру размер 110-116. И сейчас как раз вот на весну будет тепло с платьишком. Она у меня любит платьишки носить. Вот такие розовые. Красивые, яркие колготки. Сейчас открываем. Смотрите,
классные колготочки, все аккуратно сшито. Здесь, смотрите, еще на резинке вот такая надпись Bonita Kids. Так что, девочки, цена шикарная на них, около 200 рублей, по-моему, эти колготки классные. Дальше, здесь у меня две футболки заказала для Умара, тоже на лето. Хлопковые футболочки, классные для мальчика, беру размер 104 вот это. И вот такую яркую желтую взяла, она, по-моему, уже на 5 лет я взяла. 110 на вырост. Вот такая футболочка на лето будет классно с шортиками смотреться. Футболки тоже классная цена. 150-200 рублей там разная категория. Можно выбрать на любой размер. По-моему, до 158 для детишек одежда. Дальше у меня здесь в новинках увидела леггинсы детских. Взяла Софиюшке вот такие леггинсы тоже на лето, размер 110. Одни такие розовые и вторые вот такие синенькие. С футболочкой. Очень будет красиво на площадку куда-то выйти. Классные леггинсы. Тоже у них цена 300 рублей, по-моему. Да, 300 рублей у этих леггинсов. Дальше у меня здесь постельный комплект. Двуспальный перкаль, 100% хлопок. Вот такая красивая расцветка. Называется он, этот комплект, ну вот артикул я вам покажу, называется «Аврора». Без молнии, наволочки 70 на 70. Очень понравилась мне такая расцветка, красиво, смотрите. Летняя, весенняя, с цветочками, красота. И здесь у меня 4 полотенца. 2 полотенца 50 на 90. Это, как всегда, Туркменистан. Всегда их хвалю, очень мне нравится. Смотрите, какие они приятные, махровые, да. После стирки тоже они становятся еще такие объемные, да. Вообще, как новенькие. Взяла 2 небольших и 2 70 на 140. Тоже открывать уже не буду. Классные полотенца. Цена тоже вот эти, по-моему, 160 рублей, если я не ошибаюсь. А большие 392 рубля. Вообще шикарная цена. Так что, девчонки, рекомендую. Заказывайте полотенца на Василек. Дальше у меня здесь перейдем. Вот это такая скатерка. Тоже, смотрите, что-то мне потянуло. Все на такой цветочками, листочками. Взяла скатерку. Называется «Весна», да. Для своего на кухню, для стола. Размер у меня, по-моему, 120 на 150. Смотрите, какая шикарная расцветка. Красивая хлопковая скатерка. Так что, девчонки, хочу еще, девочки, заказать. Вот посоветуйте мне, где заказать. Вот поверх скатерок есть же такие прозрачные, как клеенки, чтобы не пачкалось. Где вы кто-то заказывает, если порекомендуете, может, на Валберис или там где-то еще. Давно хочу вас спросить, вот как раз сейчас сказала и вспомнила. Так, дальше, девчонки, заказала себе, смотрите, какую красоту. Вообще не ожидала, на картинке оно вживую, оно еще красивее. Я вставлю, наверное, вам, как оно выглядит. Вот такое платьишко, 52 размер, будет шикарно мне. Можно и для дома, можно на лето. Я вообще взяла на лето себе, например, там на прогулку, сверху кофточку накину, так как здесь рукава короткие. Оно хлопковое, смотрите, какое, типа спортивное, да, здесь вот такие завязки, можно затянуть, кому надо затянуть. Длинное платье до пола, вот такое платьишко, и внизу как валан идет. Очень мне понравилось, расцветка такая тоже модная, спортивная, защитная, не знаю, короче, девчонки, приглядитесь, очень классно будет с кедами, с какими-то, да, на лето. Классно, мне понравилось это платьишко. Там, кстати, очень много платьев в пол. Даже девчонки-мусульманки могут заказывать, просто сверху что-то накинуть и все. И про накидку. Заказала вот такую кофточку. Это я не себе, это на подарок мне подружке. Это кофточка, вот такая. У меня есть такая у Марьяшки кофточка. Я ей заказывала, до сих пор носит, в таком вот зеленом цвете есть. И в черном. В черном, к сожалению, там немного размеров, а вот в розовом и вот в этом зеленом расцветок вообще много. Цена у нее 1200 рублей.
Вот такая шикарная кофта, удлиненная. Видите, сзади удлиненная. Насколько длиннее сзади. На молнии. Тут такие классные кармашки. Так что, девчонки, приглядитесь. Классная кофточка. Я, наверное, себе тоже закажу. Вот я еще думаю, в розовом заказать мне или в зеленом. Напишите. Ну, я склоняюсь к розовому цвету. Вот такую хочу тоже себе заказать. Летом вот так накину, куда-то выйти, да, когда прохладно. Сзади тоже, видите, вот такой еще надпись есть. Вот такая классная кофточка. И здесь у меня еще вот заказала халатики. Давно не заказывала, решила заглянуть. И мне приглянулся вот такой опять цветочный халатик. Смотрите, он махровый. Размер взяла 54, потому что иногда... Как-то я заказывала, он маломерил на размер, а мне было туговато. Так что взяла 54, он будет очень свободно, красивый, такой махровый халатик. Он называется, вот такая модель, и 100% хлопок, шикарное качество, ниже колен. Очень мне понравилось, смотрите, как все аккуратно сшито, швы ровненькие. Вот такой, девчонки, был у меня заказик с сайта «Любим Василек». Обязательно проходите, заказывайте. Ссылочки прикреплю в инфобоксе и закреплю вам в первом комментарии. Кстати, они перешли на новый сайт. Кто раньше заказывал, не забудьте. Сейчас у них новый сайт. Ссылки у меня уже новые. Так что классные цены. Можно сейчас уже заказывать какие-то подарочки своим родственникам, знакомым. На Рамадан можно там полотенце шикарно, постельно, вообще супер. И пледы. Вот видите, этот шикарный плед в прошлом заказе я заказывала. Вот смотрите, какая красота. Начинаю готовиться к ифтару. Сегодня решила я приготовить плов с курицей. И буду делать бисквитный рулет и пеку лепешки. Тесто у меня уже замешано. Буквально еще часик, и уже оно подойдет. Кстати, я выкладывала два небольших видео-шортс о нашей погоде в Санкт-Петербурге. Многие очень удивились, говорят, что у нас тепло. Кто-то написал, что «Ой, это значит от вас, с Питера к нам пришел холодный ветер». Да, у нас похолодание. Вот даже сегодня я монтирую это видео, уже сегодня 31 марта. До сих пор лежит снег. Холодно, ветер такой холодный. Ну, надеемся, скоро уже будет весна, еще пару неделек, и быстренько все растает. В городе, конечно, такого снега нету, это мы как чуть-чуть за городом, да, у нас очень много снега. Так что вот, и я, девчонки, пропадаю, да, мне уже пишут, когда новые видео. Девочки привыкли, что я через день, через два выпускала. Сейчас 3, 4, 5 дней редко выпускаю. Не знаю, почему-то у меня настроения вообще нету. Очень я устаю, болею, плохо себя чувствую в последнее время. Да и мотивации никакой нету. Спрашивали девочки про зарплату с YouTube тоже. Вот. Сейчас у меня получается 4-й месяц, вот с моими просмотрами я даже $100 не заработала, так что очень трудно, мотивации нет, ну кто-то заказывает рекламу, да, что-то приходит на обзор, и то многие подписчикам не нравится, пишут, зачем эта реклама, ну вы сами должны подумать, что никто просто так для вас не будет снимать видео. У каждого блогера, вот даже у больших блогеров, я смотрю, в каждом видео, в каждом ролике какая-то есть реклама. Конечно, у них реклама дорогая, но я тоже стараюсь чуть-чуть зарабатывать, да, чтобы не просто так. Конечно, я люблю снимать видео, и без этого я уже не могу. Но хочется тоже что-то заработать. Это уходит очень много времени на монтаж, на все. Вот это видео у меня, наверное, я собирала его почти неделю, да, и вот только сейчас монтирую. Начинаем готовить бисквитный рулет. Мне понадобится 5 яиц, стакан сахара. Нужно будет столовую чайную ложку разрыхлителя, пакетик ванилина и стакан муки. Сейчас будем взбивать до пышной пены наши яйца с сахаром. А пока они взбиваются, у меня уже подошло тесто. Сейчас я буду раскладывать их порционально. Да? У меня получится 3 лепешки такие. И буду печь. Ну, сначала рулет, пока он печется. И тесто мое тоже подойдет. Разложу лепешки, чтобы они были пышные. Я их тоже ставлю на расстойку, где-то минут на 20-30.
И тогда они получаются очень вкусные, пышные. Плов мой тоже уже, смотрите, поджарился. Закидываю морковку. И сейчас буду, яйца взбились, добавлять муку, разрыхлитель и ванилин. И аккуратно все вымешивать, чтобы яичная смесь не опала, чтобы он был пышный. И будем все выкладывать на противень. Можно застелить пергаментной бумагой. Ну, я просто на коврике, который пеку. Вот я заказывала с Валберес этот набор ковриков. Мне очень нравится. Там 3 штуки. Один у меня еще лежит новый. Ничего к ним не пристает, быстро моется. И вот я на него раскладываю тесто, аккуратно тоже разравниваю. И ставлю на где-то 150 градусов, 160, смотрите по своей духовке, где-то минут на 10-15. Смотрю, как подрумянится, и достаю. А тем временем формирую лепешки, быстро так. И тоже их закрою, пусть они подходят. Морковка моя обжарилась с мясом, наливаю водички, добавляю соль, и уже готов мой рулет. Кстати, такой лайфхак, девочки, если плохо отходит вот от рулета или там от торта, я смачиваю холодной водой какую-нибудь тряпочку, да, протираю все, и оно очень хорошо отходит. Лепешки смазываю яйцом. И будем тоже их выпекать в духовке. Ставлю их где-то на 180 градусов. Ну, по времени смотрю. Крем у меня будет чиз. Это сливочное масло, творожный сыр и сгущенка. Все взбиваем. И получается очень вкусный крем. Добавляем сейчас будем рис. Когда добавляю рис, девочки, я мясо всегда убираю, курицу. Потому что оно очень много занимает места. Говядину, конечно, я не убираю. Все перемешиваем, добавила соль, зира, у меня еще есть такая приправа для плова. Рис сегодня у меня круглозерный, для плова именно, вот его высыпаю, где-то, наверное, 700 грамм я целый пакет сегодня не готовила, так как никто у нас кушать его не будет, много не стало. И вот так где-то у меня покрывает рис водой, и все на высоком огне будет готовиться. Тем временем рулет мой уже остыл, буду смазывать его моим кремом чиз, и прослойка у меня будет малиновый джем. Я как-то попробовала, мне очень понравилось, очень вкусно получается, особенно с таким, с лесной ягодой, когда джем кисловатый такой, такое сочетание сладкого крема и кисловатой начинки, всем понравилось. Даже когда, я помню, готовила, мама с папой здесь были, они подумали, что этот рулет муж купил, принес. Они не видели, когда я его готовила. А когда сказала, что это я готовила, они очень удивились. Говорят, как будто из магазина. Вот такой рулет получается. И тем временем вода моя выкипела в плове. Вот я его чуть-чуть все равно перемешиваю. Но снизу морковку я не трогаю. Так, чуть перемешиваю, разравниваю, чтобы вся-вся вода выкипела. И сейчас будем его собирать горкой. Вот. Вода вся выкипела, собираем все аккуратно горкой. Буду выкладывать мясо курицы по бокам и все закрываю пакетиком. Не нравится пакетом, кто-то мне писал, что это вредно, но не знаю. Я всегда так делала, закрываю пакетом, крышкой и на медленный огонь где-то минут на 20 оставляю, 25. Девчонки, я уже все приготовила, вот такие лепешки у меня получились, рулет у меня уже в холодильнике. Лепешки очень получились вкусные, румяные, хрустящие, и мой плов с курицей. Девчонки, всем вам спасибо за просмотр, всем легкого поста, хорошего настроения и до новых встреч! فيك السنة فيك الضياء رمضان يا خير الشهور رمضان يا رمضان رمضان